если положить на руку сердце, или что будет правильнее наоборот сделать, то мне очень жалко сейчас убивать Больверка. Мы столько в него вложили души. Вот так вот. А вы смотрите Perpetus Play, меня зовут Саша, и мы продолжаем играть The Banner Saga 2. Мы остановились на том, что был переход хода. Вот, как раз. Монахар. Вот это, по идее, башня, которая постоянно снится Больверку. Ну или Ревуну, тут уж как посмотреть. Угу. You know, Эйвент здесь устраивают разнос, да, я так понимаю? Айвер особо не мешает. Видимо, он знает, зачем это, а мы еще нет. Хватит, понимаешь, Айвент. Эйвент вообще с катушек съехал, видимо. Ты говорила, мы только зайдем и сразу назад. Что-то не похоже. Я надеялась, что Дуси окажется умнее и не нападет на нас. Ты думала? Я так просто позволю обокрасть нас беглому узнику и мертвой Валке? Валка? Ну нифига себе. Мы надеялись, что ты поймешь наши мотивы. Мотивы? Да... Так из-за чего же вы решили разрушить мир? Вы смотрите на Юно, не зная, что сказать. Ты не говорила, что все это по твоей вине. Возьмем то. Зачем пришли и уходим? Может, лучше всего заткнуть ему рот? Нет, подожди, расскажи-ка, а ну-ка. Юно смотрит на вас, но хранит молчание. Ну, конечно, она все так взяла и рассказала. Завербовали Ингвара, но держали его в неведении, так? Ну, вообще-то, по-хорошему, да. Даже ты не понимаешь, о чем говоришь, Дуси. Дуся, блин! Дуня! Скажи хоть ты, в чем дело, а? Может, это просто догадки, но разрушает этот мир что-то, что подпитывается нашим плетением заклинаний. Ага! Тебя, Юно, приговорили к смерти за манипулирование сознанием. Ты знала, что это запрещено. Знаете, чем-то вот отдаленно, очень отдаленно, конечно, но похоже на магию крови из, естественно, Драгонажа. Валка Дуси кашляет, каменный пол орошают капельки крови. Убили ее таки, да? Но ты помогала Эйвенду. В чем? Сделаться богом? Юно ничего не говорит, но ее гнев очевиден. Стать богом? Бред какой-то. И эта тьма, Эйвенд, на что ты пошел, чтобы вернуть ее к жизни? Эйвенд задыхается, он явно выбивается из сил, из стен выпадает несколько камней. Мы нарушили законы Совета Мастеров, но это не значит, что мы неправы. Вы могли бы понять, как важен наш труд. Должны были понять. А вам двоим стоило прекратить ваши эксперименты, когда совет вынес вам предупреждение. Вы были бы живы, были бы вместе. Вы хоть понимаете, в кого превратились? Услышав этот вопрос, Юно теряет всякую уверенность. Вы впервые видите, как Валка плачет. А что, Варл, ты и его под контроль возьмешь? Ингвар, будь я тобой, я бы... Большая дверь в зал ткачей сотрясается от сильного удара, а после разлетается на куски. Ну, вообще пошло беспределье. Только не ты, не сейчас? Ай, ну, конечно. И его притащил. Мы отомстим за твой обман. Странно, что они так быстро здесь оказались. Хотя, ну да, мы там уже были на подходе к этому монахару. Теперь пол и стены светятся, паря в воздухе и разваливаясь на части. Интересно, за кого мы будем сейчас? Или дадут выбрать за кого-то? Выходит, еще одна Валка. Она обеспокоенно хмурится, заметив состояние Дуси, и приходит в ужас от вида Юнова. Ты солгала нам. Твои клятвы ничего не стоят. Больверк заходится от ярости и больше брызжет слюной, чем говорит. Знаете, вот сейчас я подумал... Мне захочется за Ивера повоевать, если будет выбор. Но я его нифига не развивал.
Ну как, в той части немножко, а в этой вообще нет. Это будет не очень хорошо. Это тело чертова ревуна? Боюсь, не только тело, Больверк, он сам не свой. Больверк смотрит на вас, и его глаза расширяются, а затем вдруг наполняется холодной ненавистью. Мы знаем, что ты убил Бурю и ее дитя. Ну, я же говорю, все, он сплелся уже сознанием с этим ревуном. Шагнуть вперед и обнажить оружие. Какого черта здесь делает тело ревуна? Да не тело, хватит тупить. О ком ты говоришь? Кто мы? Я знаю, что ты слетел с катушек. Насколько я помню, это факт. Буря убил именно Ивер. И, наверное, ее дитя тоже, да. Точно не скажу, но Буря точно ее. Ее, а он. Чё ж тебе сказать? Так вот, тут вообще вариантов правильных я не вижу. О ком ты говоришь? Кто мы? Кто мы? Низверженные. Мы расплачивающиеся за его преступление. Больверк указывает на Эйвинда. После того, как я убью тебя, Ингвар, я разорву их тела на части. Я достану ту стрелу и... нет. В голосе Юно слышится безграничный ужас. Эйвинда реагирует криком, и вся башня начинает пульсировать разрушительной энергией, яростно сотрясаясь. Блин, сейчас мне не хочется сражаться с Вольверком абсолютно. Он, сука, такой ядреный. Ивер, я помогу Эйвинду и придержу Дуси. Убей Вольверка. Сука. Лишь ты способен это сделать. Не уверен, что он способен. Вольверк угрожающе рычит и встает в полный рост, размахивая топорами. Он выглядит еще сильнее, чем обычно. Да и... если положить на руку сердце, или, что будет правильнее, наоборот сделать, то мне очень жалко сейчас убивать Больверка. Мы столько в него вложили души, что так он уже мне как-то полюбился, и тут на тебе. И ну, Ивера убивать-то вообще как бы не вариант. Стой, где стоишь, Ингвар? Вы делаете шаг вперед, но вдруг чувствуете, будто сам воздух сгущается, удерживая вас. Потом хватка ослабевает. Так, теперь она контролирует сознание, я не понял. Нет, Зев, теперь ты будешь делать, как я скажу. Очистив контроль Юно, ощутив контроль Юно, Валка Зев цепенеет. Но вы не теряете времени и нападаете на Больверка. Ну, конечно. Вы с огромной силой бьете его головой, а отправляя в другой конец комнаты. Ну, давай попробуем. Если один на один будет, у нас вариантов не очень много. Куда ты пошел, Ивер? Я тебе что, говорил туда идти? А почему это у меня Зев в команде? Ладно, переставить не могу, ну хорошо, в бой. Вольверка кто-то вселился, я чувствую. Да я тебе и так скажу, это же этот ревун. Давай вперед. За всех моих людей, погубленных твоими планами, ты поплатишься. О, точно ревун. Жестяк. О, твоих людей? Действительно, каких твоих людей? Ну только давай вперед. Мы его еще хрен осилим, да? Он 13 на 13, еще и по два раза лупит. Зев под моим контролем, но Больверк кажется одержим ревуном. Ревун? Похоже, я наконец-то отомщу за свою руку. Ох, я бы не был так уверен. Куда ты там не доходишь сюда, ну давай. Буря и тысячи других будут отомщены. Хорошо, постарайся. Как мне сейчас жалко его убивать. Хотя еще для начала надо еще постараться его убить, да? Эйвин теряет контроль, берегись молнии. Молнии. А может мне как-то его заманить на эти молнии? Где он доходит там? Блин, здесь везде доходит. Ладно, давай сюда попробуем.
Может, здесь мы его как раз и заманим. Они неудачно так расположили эти молнии. Ой, ну здорово. Оседлай ветер. А толку, нас законопатили. Интересно, а что будет на ней, если стать? Минус один силы и оглушение? Ну, может, он сейчас сюда попадет? Ну, давай попробуем. Ничего себе. Ага, стал таки. И оглушился. И нас законопатило. Да? Ну что, ничего не остается, кроме как его рубануть? Ох, сейчас будет крепко. От него подача, я имею в виду. Зараза. Если бы не законопатило, было бы все лучше. Ого! На пятерочку сразу? Не, надо его резать молниями по-любому. Так, давай валить отсюда. Здесь как-то вообще не здорово здесь. Пахнет смертью. Давай попробуем тебя сюда куда-то заманить. Давай. Лишь бы еще раз так не закрыло, блин. Да. С ним шутки плохи, он, блин, ядреный парень. Давай. А дойдет? Не дойдет. Так он себе постоянно колдует. Так как он может... Ну, в принципе, здесь он по-любому попадется. Давай. Как он может, блин, шаг пройти и заколдовать себе выносливость эту? Зараза. Не понимаю я этого. Как ему это удается? Так, где ты дойдешь? Здесь не дойдешь, значит. Ну да, топчись теперь с ним, танцуй, называется. А у него еще 7, блин. Такими раскладами. Добра не жди. Интересно. Ага. Еще раз. Так. Ну, в принципе, он захочет обходить низом, я думаю. Верхом не дойдет, а низом может. Давай, попытайся. Должен попасться здесь. Попался. Че ж, раз 6 его поймать надо, да? Ну, давай попробуем. Мы можем себя загнать в угол, конечно. Ай, да и он может сверху тупо накатить. Ладно, нет, нет. Надо валить в другую сторону. Где он достанет? Че, ну он везде достанет, блин. Ладно, мы можем сейчас, конечно, в ловушку себя загнать, но что ж поделаешь. Надо от него сваливать, то он больно ядреный. Даже шестерочкой. Ага, ты будешь стоять на месте, да? О! Это очень даже хорошо. Сейчас-то пропадет, но это не пропадет. Чисто теоретически он должен пойматься. Давай здесь даже будем ждать. Это сейчас пропадает, это не должно пропасть. Ага. И он ее словил, молодец. Так, 5. Пора убегать, пора. Давай сюда. Если сильно повезет, он решит пойти и прям решит пойти вот так, но это вряд ли. На этом ходу нам не светит ему молнию влупить. Я уж даже не знаю, это как бы... Без молнии мы тут просто не справились. Ага. Давай попробуем сюда. А, сюда мы не прорвемся, да? Нас засортирило опять. Ну ладно, хорошо, здесь так здесь стоять будем. Не круто. И боль набирает вот эту свою ярость. О!
А что если здесь встать, если здесь не засортирит, будет хорошо. Эти сейчас две пропадают, может он сюда дойдет. Может рискнет, потратит всю свою выносливость. О! Ну почти. Почти, да? Конечно, конечно. Не рассчитывал я на это, я думал, тут тоже нельзя встать. Ну ладно. Фиг на тебя, где ты там дойдешь, где не дойдешь. Здесь не дойдешь. Прячемся. Теперь точно молниями только. 0-4, блин. Я уж думал, сейчас дойдет. Так, уверенно он поплелся просто. Давай здесь, если что, достанешь. Как-то. Не знаю, как. Может быть, на это станет. Есть шанс. Есть шанс. Давай. Хотя он может тупо бы... А, он не пошел даже, да? О! Ну вот сейчас ты прям должен просто. Прям обязан. Здесь он не просочится никак. Здесь ему будет не с руки. Давай постарайся. Ты можешь. Боль, я знаю, что ты можешь. Ты сюда доходишь, 100%. Да. 4. 4-4-4, надо валить. Сюда. Ох, эти мне танцы, блин. В нашем маленьком ночном клубе, который называется Башня. Опять ты за свое, да? Опять ты за свое. Ты по-любому не доходишь. С другой стороны, может быть, сюда... Может, сюда ты захочешь ломануться вверх? С другой стороны, здесь может нас зажать. Ну ладно. Рисканем. Если не зажмет, хорошо. Здесь бы парочку молний высадило бы сейчас. Было бы неплохо. Если он туда пойдет, конечно. Давай сюда. Ну что? Ой, отлично, молодец. Я прям даже не мог надеяться на такую удачу. О! Главное, чтобы не закрыло этот вход. Ну, боль, давай. Ему буквально еще 3 выстрела. И может быть его откачает таки, если мы его вот этими молниями фиганем еще пару раз. Давай сюда дуй, наверное. Туал Петрович, а он себя колдует этой выносливости, наколдовал, блин. Угу. О! Он пойдет либо верхом, либо низом. Но если подставиться сюда, то он может пойти низом. Даже один шаг вниз ступи, пожалуйста, боль. Ну давай. Молодец. Отлично. Здорово. Продолжаем стоять здесь, он может дойти. Давай встанем чуть-чуть сюда. Он может верхом пойти, правда, но это фигня. Ну давай. Если повезет, то вот... А, нет, не повезло. Ну ладно. О! Больчич. Доходит. Сейчас он должен захотеть вломить. Давай. Постарайся. Сейчас он должен захотеть вломить и пойматься здесь. Да. Ну что, мы его откачали? 10 слава. Крыша башни рушится, обваливаются стены. Эйвинд явно исчерпал все свои силы. «Ивер, хватай тело ревуна и подтащи поближе!» — кричит Юно. «Мы сбросим его в безбрежье по пути на север. Мы, вы делаете, как она велит, и тут Эйвинд теряет контроль». Да.
То есть всех здесь... Миг расплетаются нити гобелена. Былые стремления исчезли. И судьбы обнажены. А, ну вот оно. Влекомые в новые дали, мы вынуждены измениться. К добру ли хуже ли? Но мы не знаем. То, что змей говорил. Как далеко разносится эхо нашей борьбы? Чего ждать от наших действий в этом гибнущем мире? Наши ответы — причины всего путешествия — таятся за этими стенами. Финалочка? Да. Нет, ну закончили они как всегда, да? Типа, ждите продолжения. К слову о продолжении, оно должно выйти... Хрен знает какого декабря 2018 года, так что ждать еще ой-ой-ой и еще чуть-чуть сверху. Но, тем не менее, даже вложились, кстати, почти в 20 серий, то есть она по протяженности плюс-минус равняется первой части. И мое мнение, она не хуже и она не лучше, чем первая часть. Она такая же. По сути, одна и та же игра, которая... просто продолжается, что очень классно, что она продолжается с, ровно с того момента, когда ты ее завершил там. И благодаря переносу сейвов, естественно, и те решения приняты тобой, и те люди, которые ты, которых ты с собой вел, они все остаются с тобой же. Хотя мне написали, что я начал тут, типа, сколько-то у меня было там, 10 воинов или того, что-то такое... И варлов там не очень много, и беженцев не очень много. А если по умолчанию, типа, начинать без сейвов, без ничего, их дается намного больше. Там 300 воинов или что-то такое. Но это фигня. Просто накосячил в первой части, какая разница. Но игрушка мощная. Сами все видели, сюжет здесь ядреный. Естественно, наконец они докинули такую затравочку. К слову, надо сказать, что... ребята из вот этой студии Stoic заработали, набрали на Кикстартере вдвое больше, по-моему, средств, чем планировали. По-моему, планировали около 200 тысяч, набрали больше 400, по-моему, чтобы сделать третью часть. И, соответственно, они ее уже пилят, и напилят, я же говорю, в 2018 году. Ну, посмотрим, что они там напиликают. Что, еще не все? Все. Ну, на самом деле, игрушка классная. Нормально, а что, интендант Слава? Ну, в общем, если удастся, мы сейвы обязательно-таки перенесем эти туда. Хотя посмотрим, может, они там сделают без этого нюанса. Хотя вряд ли, должны. Но, судя по всему, они должны там сделать и графику новую, потому что полтора года пилить один только сюжет, ну, то есть, беспонтово. Наверное, немножко должны переиначить, что-то добавить, системы боя немножко как-то поменять. Хотя это может оказаться и подставой, и они поменяют и сделают не к лучшему. Здесь они практически ничего не поменяли, но добавили нового. Много чего. Ну, посмотрим. Игрушка огонь. Если не играли, советую. Причем советую начинать с первой части. Тогда будет намного интереснее, намного круче. Путешествие будет прям полным. Ну что же, я благодарю всех, кто был со мной на протяжении этого путешествия. Оно было очень длинным, очень классным, насыщенным на всякого такого рода конфликтные диалоги, так скажем. Не совсем я согласен с решениями сценаристов. Ну, прям ограничить нас тем или иным выбором. Но все-таки, что есть, то есть. На этом на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, пишите комментарии и... ба-бай!